Открытая трибуна. Правильно ли, что 14 июня в Кривом Роге отмечают как День памяти погибших бойцов АТО? Вообще о них помнить надо всегда, как бы, независимо от дат и событий, которые происходят, происходили. Важно помнить о тех, кто вернулся, тех, кто пострадал от событий, ну и, конечно, о тех, кто погиб. Я считаю правильно, потому что как бы все организовано всем городом, мы выходим, чтобы почтить память погибших. И это считаю правильно. Тем более открыли памятник погибшим. И я считаю это правильно, что это сделали одним днем, и все люди организованно, все вышли, чтобы почтить память. Да, я считаю правильно. Именно в этот день, 2 года назад, был сбит самолет с нашими ребятами. Они выполняют, они защищали страну. И я считаю, это правильно, за них не надо забывать. Я считаю правильно. В общем-то, эти парни достойны памяти каждый день. Но единый день, в который мы вспомним все их, это, в общем-то, очень серьезно, очень важно и правильно. На мой взгляд, да. Ну, я полагаю, правильно, потому как самое страшное событие, одно из первых мы получили именно 14 июня, когда разбились наши мальчики, и не только наши мальчики на этом самолете, и мелитопольские летчики, и днепропетровские ребята. Это день памяти, день скорби. Я не думаю, что этот день должен быть праздником. Это день для патриотов нашего города, нашей Родины. Естественно, правильно. Любой день, вообще самое интересное, любой день должен быть днем памяти. Каждый день происходит, к сожалению, страшные вещи. Поэтому этот день тоже является правильным. Конечно, правильно, потому что самая массовая потеря наших ребят была именно 14 числа. Да, конечно, правильно. Ребят нужно почтить. Это ребята, которые защищали нашу родину, погибли. Надо знать имена, помнить. Поэтому я считаю, что да, это правильно. Правильно. Очень правильно. Мы должны помнить. Это теперь уже для нас как святое. Для настоящих украинцев, которые за Украину, должны чтить этот день. Открытая трибуна.